Готовлю очень простой, быстрый и вкусный салат. Капусту шинкую, отправляю ее в салатник, немного подсаливаю и проминаю. Не слишком мелко нарезаю небольшой пучок лука. Огурец у меня довольно крупный, нарезаю его четвертинками. Сюда же добавляю пару ложек горошка. Можно, как у меня, консервированный, а можно молодой бланшированный. Досаливаю, если соли оказалось маловато. Сбрызгиваю соком лимона. И заправляю небольшим количеством масла. Перемешиваю. И свежий, простой и вкусный салат готов.